Молодцы. Вот все. Все, Хасай Магомедович, здравствуйте. Так только у меня не делается, что это я большой экран, и что будет автоматически надо это делать. Ну вот так у нас сегодня с записью на... Машенька, ты записываешь там конференцию? Да, я записываю. Ну давай, привет тебе. А почему там написано продолжить? Что продолжит? Там кнопка у меня такая, продолжить. А, А, иди. потому что я стала вас записывать, это ваше согласие просят, чтобы вы... А, да, войти в конференцию. Вот так, да? Ну, привет тебе, Машенька, привет, Машенька, око, взгляд на жизнь. Я вот, видишь, специально для тебя и для всех дам повесил свой. Представляете, Ты в Америке, поставил цветы, да. да, а в Америке найти такого мужика, у которого фамилия Око. И говорит, ты возьмешь мою фамилию? Ну как можно такую фамилию-то не взять? Конечно. Ну, око это красиво, ну а как же? Очень. Да, око мира. У меня есть картина Так. «Душа мира» называется. Да. А есть око мира. Око мира использовали, по-моему, всякие вот эти вот, которые там на долларе даже око Вот нарисовано. на долларе это какое-то очень такое око, лучше буду какое-то другое, не которое на долларе. Не, ну ты же в Америке, поэтому я об этом Нет, скажу. это все равно, которое на око, которое на долларе я не хочу быть. Ну Я хорошо, хочу хорошо, быть. это я сказал для новичка. Вдруг новичок придет наш ролик смотреть, чтобы он понял, что ты из Америки звонишь. Да. Мне Ну как хочется. тебе мои цветы? Мне очень нравится. Очень А мне очень. нравится твоя нейрографика. Ух ты, спасибо. Да. Ну, давайте говорить про страх. Писала о том, что страх Да. побеждается любовью. Я тоже говорю, что человек становится личностью, побеждая страх, и помогает ему в этом любовь. Очень верно. Ну да, это у меня в книге написано, но я только там расшифровываю, потому что нам требуется расшифровать, что под этим словом подразумевается. Потому что больной с паниками, например, люби его, не люби в этот момент, у него такое жуткое физиологический страх есть. А есть такой обычный страх философский, когда я боюсь ошибки там, или экзамен кто-то боится не сдать, или страх завтрашнего дня, не знаешь, как жить. Это разные вещи, надо же определять эти. Потому Обязательно. что у меня есть афоризм «Истина в контексте». Абсолютно с вами согласна. Но вот про людей, которые больны, и вот они уже в данный момент испытывают страх, ну тут надо что-то физическое, физиологическое, конечно, делать и помогать им. Но одновременно надо различать, мне кажется, что есть страх как состояние, а есть страх как чувство. И люди, которые больны и из панических атак практически не выходят, Это уже и это физиология, как бы другой случай. Но да. всем людям, которые все-таки иногда из панических состояний выходят, вот для меня, например, было просто откровением понять, что любовь и ненависть, вот всегда, нас всегда приучают, любовь и ненависть, что это два антагонистических чувства. Всегда вот это от любви, один шаг до ненависти и какие-то, в общем, вот. И поэтому мы все время думаем, что любовь и антоним любви ненависть, а на самом деле антоним любви страх, потому что там, где есть любовь, когда человек чувствует любовь, вот именно когда он ее чувствует, то он тогда не может испугаться. А страх это все-таки страх и испуг. То есть испуг это что такое быстрое, но страх, который человеком потихоньку овладевает, забивается к нему, ну вот в разум, отключают разум. И дальше человек может долгое время с этим страхом жить, практически иногда его даже не осознав, ну привыкая настолько к тому, что он есть, что даже иногда бывает, что не думаешь об этом, чтобы его убрать, не осознаешь, а он всегда есть, он все тормозит, все процессы идут в 1000 раз медленнее, как у компьютера, который почти уже завис. А огромное Да, количество он людей. завис на этом и перестал даже замечать, потому что
Стресс это же тоже страх. Огромное, конечно, огромное количество ресурсов тратить. Сейчас я попробую так поставить руку, чтобы она меньше тряслась. Вот так, без штатива держу телефон. На всякий случай скопировать, чтобы запись была. Ну, кардиологи хорошо знают, что когда клетки мозга недополучают кислорода, у людей тревожность высокая. Да. То есть в данном случае не о философии речь идет. Да, Потому что, да. Да, потому что надо просто... В методе ключ у нас есть приемы для того, чтобы снизить напряжение, выйти на состояние безмятежности. И когда резко мы снимаем напряжение... На этом контрасте может быть взрыв эндорфинов. Вот был адреналин, так сказать, он сжимал, напрягал. А тут взрыв эндорфинов происходит, и у человека любовь появляется, и он любит все и вся на этом контрасте. И там, конечно, страха уже нету. Но просто надо тем психологам или вообще людям, которые какие-то комменты делают или выставляют в интернете, да что вы там боитесь? Вы просто поймите, что страх – это наше воображение. Ну, это же несерьезно. Они просто, конечно, медицину не знают, потому что они сами никогда в паничном состоянии не были, слава богу, не стреляные воробьи. И поэтому они там предлагают какую-то, ну, просто там музыку послушай или помедитируй. Чего ты боишься? Ну, он просто не понимает, что он говорит. Потому что понимать можно, когда человек уже этот опыт знает, прошел, перешел и понял, как с этим справляться, и тогда он понимает, о чем речь идет. Я просто к чему это говорю? Потому что, когда ты мне написала, что страх – это как раз-таки любовью побеждается, то я, конечно, как врач и психолог, что я хотел сказать, что действительно есть состояние паническое, фобический невроз такой, когда действительно у нас ключ как таковой, его не хватает, и тогда надо дополнительные ресурсы, там дополнительные ресурсы, точный массаж, проверить шею, шею наладить, много чего, это дополнительные ресурсы. А так, в принципе, ключом можно совершенно спокойно выходить из страхового состояния, как ты сказала, состояние такое, когда фиксируешься только на том, что может быть негативный результат чего-то, тебя трясет. И ты вот думаешь об этом постоянно. Он где-то, да, даже когда тебе кажется, что ты читаешь книжку, а внутри одновременно ты еще думаешь об этом. И это все-таки очень затратная вещь, вот энергозатратная, страх. И главное, что он сковывает, и постоянно все время хочется куда-то от него потом деться, и уже не понимаешь, что и как и куда. И ключ очень помогает. Но... Ну, ты мне написала еще, что ты смотрела какое-то видео, там кто-то тебе порекомендовал. И там, что вот ты сказала, любовь, ненависть, а на самом деле страх. И ты мне сказала там в переписке, что нет тьмы, а есть свет. Ну, то есть свет – это отсутствие тьмы. Да, как, то, что свет – это отсутствие тьмы, это вроде как общепризнанный факт. Что это как, да, да, еще Шри Арубиндо писал в книжке «Путешествие сознания» или «Приключения сознания», именем которого, или он создал город Айрувиль, который занимался вопросом нового человека, новый человек. Он тоже писал, тьмы нет, есть отсутствие света. Вот. Так поскольку, да, это, кажется, уже общепризнанная истина, я просто ее использовала для того, чтобы сказать, что страх – это отсутствие любви. Это не то, что у вас есть ненависть, и туда нужно… А, да, конечно. Что если есть страх, то нужно больше любви. Более того, любовь можно генерировать. Человек, он творец, и он умеет чувствовать любовь и генерировать ее. Ее можно… Ну, как бы физически почувствовать, вот в руках, например. Ну, ты говоришь, как... это в философском смысле или конкретно? Вот, допустим, человека досаждает другой человек, или, допустим, несчастная любовь. Вот он ее бросил, и она в таком состоянии, как ты говоришь, нелюбви, вот она сейчас его ненавидит за то, что он подлец, негодяй, обманул, наобещал.
Она обещала, теперь бросила, это теперь она одна. И она в таком состоянии, и у нее нет детей, у нее нет дома, у нее нет денег. И как она в этот момент полюбить может? Его же полюбить или как? Ну, То есть истина же в контексте, когда мы говорим какие-то фразы, о чем речь идет? есть такой все-таки подход философский, который очень трудно осмыслить, но его все равно можно приучать себя так применять, что Нет, вот в данном случае ты смотрите, конкретно. такая ситуация должна быть, должна дана тебе для того, чтобы чему-то тебя научить. Но она в Или данном случае избавить от чего-то другого. Вот он она мне... должна в данном случае любовь у себя генерировать к нему или вообще? Нет, почему к нему, к ситуации? А как это? А как это? А вот так, что... Я интуитивно понимаю, я хочу, чтобы мы Да, это ну, обсудили. это чувство, похожее на смирение. То есть смирение это что, если тебе это дано, то как бы это надо принимать. И говорит, ну, значит, это мне нужно для чего-то. И иногда бывает очень больно и плохо. Но надо стараться во всем в жизни искать, не искать в ответа на вопрос, за что мне дано такое страдание, Вот смотри, вот а для чего? я тебе пример приведу. После травмы шеи, да, вот у меня была операция тяжелая на шее, и я просыпался такой расстроенный, потому что я настраивал себя, что утром встану и опять такой молодой, энергичный, а встаю опять такой же, весь тянутый, такой и прочее десятое, и страх, что завтра опять будет такой же. И вот я все время с собой боролся, пытался переубедить себя и так далее. И опять все это так продолжалось. А потом я взял, что сделал. Я сказал себе, да, ты инвалид. Ты инвалид, черт возьми. Это вы, по-моему, сказали И такую фразу, это бесценный, которая, по-моему, драгоценный. связь пропала немножко. И это, да, и жизнь одна, и это бесценный, драгоценный дар. И поэтому, что ты переживаешь, будь счастливый. Я как бы сам себя спросил, а как я могу быть счастлив? Я сказал себе, я инвалид, и не надо ждать, что я завтра встану и опять буду молодой, а ты адаптируйся к этому, как ты говоришь, смирение, адаптироваться к тому. Фактически, это было Я примерно. адаптировался, я принял, как говорят, прими себя такой, как есть. Я принял себя, да, я инвалид, не буду по ресторанам ходить, не буду по девочкам бегать. Ну, теперь как? Вот Зато теперь вы тоже я не... организуете эту школу, вы все силы вкладываете вот в эту науку. Да, и поэтому, когда я сказал, да, я инвалид тяжелый, какой я есть, я потом вдруг стал счастливый опять. Почему? Потому что я стал меньше тратить энергии на борьбу с самим собой. Да. На противоречие, перестал тратить энергию и сказал себе, да, инвалид, ну и пускай. И поэтому как хорошо, что у меня появилось время, что я по девочкам не бегаю, что я в ресторанах не сижу, водку не пью, потом, значит, то хорошо, то хорошо. Да, и вот эта энергия там у меня где-то 15-20% освободилась от борьбы с самим собой, я принял себя такой, как есть, и стал счастливый. И стал счастливый, и у меня столько энергии по отношению к тому, как было. Я столько работаю, я все время получаю комплименты, я все время получаю дополнительный источник эндорфинов. У меня такое ощущение, что я расцветаю. Мне все говорят, ты помолодел, ты посвежел, как ты выглядишь. Не ври, что ты инвалид. Приезжай к нам в гости, мне говорят. Да, действительно, я перестал тратить меньше энергии на борьбу с самим собой. А тут хочу тебе еще вопрос философский задать. А вы тоже на него опять ответите? А то вы мне задали вопрос и сразу дали чудесный ответ. Я даже не убавить, не прибавить. Слушай, спасибо тебе, дорогая, но я хочу именно хороший вопрос задать. Да, давайте. Вот теперь, когда я понял, как прекрасна жизнь, которые юные и молодые, которые встают утром, такие полные свежих сил и энергии, не понимают. И сам факт жизни не так ценят. Им трудно объяснить, что самое главное – меньше уставать. Им трудно это объяснить. Ну, какая у них уставаемость? Он выспался, у него все нормально. Он философию мудрости не слышит, пока не станет таким.
Так вот, вопрос заключается в том мой, о том, что вот теперь я, когда я не поеду по девочкам, не буду в ресторанах, не буду гулять и путешествовать по Кубам, по разным странам, где мне бы хотелось еще побыть, но не буду. У меня теперь много энергии, я счастливый, я трачу экономно свою энергию, я занимаюсь любимым делом, я рисую, я создаю И не новые. одним, да, любимым делом и не одним, И не да. одним, да, в разных направлениях. Но при этом, если я по девочкам не бегаю, в рестораны не хожу, ну, как говорится, не грешу, я что теперь, святой, что ли? Ну так, серединка наполовинку, ну да, в эту Ну, сторону. а в чем дело? Вот святой это кто? Который не грешит, нет? Нет, То есть святой, у заповеди которого соблюдать. нет, это понятие, понимаете, это вот это для священников, которые вот. Я хочу вот это как раз и тебе вопросы задать. Человек, который ничего не может, он что, святой? Ну, ему, во-первых, помогают, конечно, быть. То есть его отстраняют от многих вещей, потому что у него есть еще другие дела здесь, понимаете, Я если он. не об этом, я не об этом. Я хочу. Давай по-другому Да. сформулирую. Мы говорим, кто святой? Святой, который не грешит, правильно? На самом деле святой – это у которого нет грешных мыслей. Понимаете? Ну, так у меня тоже грешных мыслей уже нету, практически Значит, выветрились, потому что я святой знаю, он. что это Значит, святой. бесполезно. Я шучу, я же юморист, ты же понимаешь. Человек, Я который задаю как-то. провокационные темы, чтобы мы как бы все думали, понимаешь? Я вам отвечаю. У меня как бы ответ пришел сразу. От того, что ты ничего, чего-то не делаешь, ты не святой. А когда ты начинаешь об этом не думать, а более того, любить все вокруг, вот это уже, Ну так я же сейчас не думаю об этом, я люблю все значит, вокруг. уже туда поехала, да, уже в ту сторону. Я спрашиваю, ты то, что... Вагончик трясет, но Ну там мы человек, едем. у меня приятель, понимаешь? Да, вагончик трясет, но мы едем. У меня приятель, пошел монахи, и не один, кстати, я двоих таких знаю, в преклонном возрасте, когда он уже, как говорится, ничего не мог. Он что, на самом деле, ему можно доверять или нет? Ну, вы же Ну, не он теперь читаете. проповедует, он сам-то священник, понимаешь? И, Его кстати, мысли не двое, и оба читаете. священники. Понимаете, вы его мысли не читаете. Вот есть люди, у которых все мысли на лице написаны. Вот про тех можно сказать, так или сяк. А про того, которого вы не знаете, ну, пошел, и мало ли, он, может, что-то хочет. А может, он наоборот. Я не говорю только про вашего знакомого, но, в принципе, человек вот винит себя, что он такой, он пошел в монастырь, говорит, я буду в монастыре, а мысли от этого не уходят никуда. Понимаете? Ну, то есть святой, у кого мыслей нету грешных. Да, потому что он А настолько я чист. думал, святой это тот, который умеет их преодолевать. Ну, это, так сказать, во многих очень религиях, там, искушение святого Антония, я не знаю Ну, что. так кто из них святой, у которого мыслей это их нету вообще? Ну, допустим, он такой родился, что у него таких мыслей нету. Он святой, Нет, что ли? грешные мысли – это не те, что там пойти по девочкам погулять, а грешные мысли – это кого-то обидеть. А святой человек, он занят только любовью всего мира вокруг. Понимаете, он просто его любит, и все. Вот сейчас я святой, получается. Я всех люблю. Кстати говоря, я всех любил по-человечески и так. Вот у меня одна девочка была, когда я был совсем маленький. Я ее очень любил, но она мне все мозги, как говорится, вынесла. Да, а при этом я ее продолжал любить. Я ее любил всю жизнь, потому что я ее любил как ребенка. Как человек. Мне ее было жалко, я ей сочувствовал, я ей сопереживал, хотя она мне... Вот эту фору, которую я ей давал, она ее не воспринимала как фору. Она ко мне относилась в равную. Она мне говорила, почему ты так делаешь, почему ты так делаешь. А я ей все прощал. Она неправильно, она мне 100 000 раз подвела в жизни. А я ей все прощал, Да, потому что ну, я ее любил как ребенка. А я ее любил еще почему? Потому что она делала эти поступки неправильные. Не потому, что она хотела мне досадить. Она так видела мир. да. У нее мироощущение такое. Но у нас, да. А я ее любил. Так это что, я святой? Но, понимаете, Извините.
святой, он любит не то, что там какую-то девочку или вот Не, я ко следующую. всем так отношусь, у меня врагов нету. Но на самом деле святой он любит не конкретно людей, он любит ситуации, понимаете? Вот тут есть такое вот то, что вы говорили Послушай, про святых. я хочу свой вопрос еще раз Да, формулировать. пожалуйста. Я с детства никогда ненавидеть никого не мог. Я с детства всех понимал по-человечески. Я понимал, если он так себя ведет, ну, образно говоря, негодяй, мерзавец, другой бы на него накинулся, или бы сейчас его бы взяли и там. А я понимал, что его, наверное, неправильно родили, родовая травма, может, не доел, может, в детстве били, может быть, воспитание неправильное. Но мне его просто жалко было, я ему сочувствовал, понимаешь? У меня был случай в Махачкале, мы с мальчишкой подрались, там все время дрались, и у меня в перчатке кастет был. Я его повалил, и не мог я его ударить. Мне его жалко было. И я начал сдирать эту перчатку с кастетом. И пока я сдирал перчатку, он перевернулся, на меня сверху сел и меня сапогами потом затоптал. Понимаешь? То есть я имею в виду, что я ко всем относился с сопереживанием. Я хочу еще последний вопрос сейчас задам, а потом ты говори все, что ты считаешь нужным. Задам вопрос. Вот, например, нами управляют люди в основном, как я понимаю, циничные, потому что карьерная лестница такова, что ты не можешь, если ты не активен, и если ты не умеешь расталкивать руками всех и ходить по головам, ты не можешь выбиться в большие начальники, потому что иерархия структуры так устроена. Я могу любить всех, любить. Там так, на другом уровне, по-другому. Там карьера. Когда карьеру делают люди, чтобы выбиться в начальники, они не могут быть такими добрыми, хорошими, любви, расточающими. Они все тут немножко... Вот тут мы говорим о науке человечности. Вот если все люди станут такими человечными, так их же затоптают. А кто? Ну, в иерархии если все люди стали человечными, то кому затаптывать-то? Ну, подожди, если все станут, это понятно. Да, но вы только что так сказали. Я говорю, если те, которые хотят, да, станут человечными. Я это специально вот такие вопросы, такие, это, может я, быть, на я первый поняла, взгляд, глупые. Есть ответ. Ответ, конечно, есть такой, что вот в этой структуре, которая там эти... пирамидные вот эти вот, кто-то этот начальник, а у него там подчиненные, они вообще неправильно, они не устроены для блага человечества. Потому что есть люди, которые не люди, я не знаю, кто они, не люди какие-то очень часто. Есть люди, которые хотят власти, а есть какие-то еще какие-то, у них человеческого вообще мало, у них только власть и деньги. Им нужно столько денег, сколько они потратить не могут. А зачем столько, да? Вот, так вот, не обязательно должно быть функционирование общества такое, что вот есть начальник и подчиненные. Вот смотрите, вот такой очень простой пример, да, вот вы когда говорите с кем-то, вот со мной вы сейчас говорите, а до этого там вы говорите, с Аленой говорили, а до этого с Ириной, а до этого там с молодым человеком еще. Вы же уважаете мое мнение. Ну, я там девчонка по сравнению с вами почти, что можно сказать, да, а у вас опыт такой грандиозный. Но вы прислушиваетесь к моим ответам, потому что в какой-то области, да, вот я что-то поняла, и вы хотите это узнать у меня. И вот в этой области я как бы главная. Ну, по крайней мере, вот в данный момент. А потом сразу раз перескочили на врачебную тему, а я же не врач, да, сразу все, вы главный. Поэтому есть такой способ организации коллективов, в котором... Ну, формально главного человека нет, даже если по старшинству люди как-то отличаются, естественно, уважают более старших и там как-то. Но вот кто владеет этой темой, тот и главный. Вот это очень похоже, показано, вот здесь есть джазовые коллективы, они тут приняты, да?
Я не очень люблю музыку джазовую. Ну, это очень редко бывает, что мне прям все нравится. Но я очень люблю ходить на эти концерты и смотреть, как они друг с другом общаются. Вот, значит, там есть кто-то, ну, главный вообще-то, да, но там, например, трубач. Вот он, значит, играет, играет, все там ура, ура, ура. А потом он, значит, раз так отступает и вот этому барабанщику, перкашн, барабанщику говорит. И вот когда играет барабанщик, то барабанщик главный, понимаете? И вот эта вот организация людей. Или вот, например, мы ходили на фехтование, у меня детеныш очень хотел фехтовать, и мы нашли такого тут удивительного человека, маэстро, который преподавал в нашем университете, тут в большом в городе который, и он тренировал там команду, и оттуда были люди на Олимпиаде. И сейчас из нашего университета на Олимпиаде один человек, то есть там до сих пор все-таки еще сильная эта школа. Так вот, он преподавал класс когда, ну, а я туда тоже ходила, потому что у меня ребенок там, и я рядом с ним стояла с этой рапирой, или что там дадут, шашку, шпагу, немецкий меч, палку там, как у Робин Гуда. Эспандер, сабля, да. Да, вот. А, шпага, вот, да, рапира. Да. Так вот, я стояла, и я только смотрела, чтобы ни один мальчик, который там стоит вот в ряду, значит, они стоят, все рапиры держат, должны вниз опустить острым концом. А они там то начнут махать, то что-то. Я смотрела, что пока этот маэстро, фехтовальщик, объясняет, что надо и как делать, чтобы никто себе эту рапиру в нос не засунул или там другому кому-нибудь. То есть я просто, ну, я как бы присутствовала там, да, но я в любой момент могла прямо посреди этой лекции, да, сказать «hold», ну, это такое слово там «стоп», да, их там приучают все. «Hold», так, ты, значит, это положи. Не смотрю, ну, потому что маэстро, он занят там, объясняет, как там Робин Гуд, там чё куда. Ему не до того. Но то, что я делаю, тоже важно. Но это не важнее самой лекции. Но в тот момент, когда вот, там что-то, то это важнее. Поэтому у меня, ну, я сама себе взяла такую роль, потому что мне там, ну, эти танцы, они приятные там отчасти, но меня это так сильно не вдохновляло, как вот, чтобы... Ну, там было очень все здорово, но чего-то мне вот нужно было это делать, мне потому что очень важно было за этим следить. Я взяла это, следила, и мне это дали, и я поэтому была главная там. Причем совершенно никто не договаривался, просто так было устроено. И есть такие негласные, понимаете, есть коллективы, в которых вот работа устроена так. Я уверена, что вы много раз в таком коллективе участвовали. Вы, если подумаете, то вы, потому что вокруг себя создаете это поле уважения взаимного к тому, в чем каждый человек является специалистом или что он сейчас понял. Вот вы все время слушаете наши эти глупые советы. Тут глаз подкрась, тут глаз закрась, тут закрой, тут это туда. И почему глупые? Я все взвешиваю, я все смотрю, обдумываю. Вот я же Воротничок, там мне один молодой человек написал: как же у вас бант, не бант, а этот бабочка на голой шее. Может быть, ты поставишь, говорит, этот самый, рубашечку там. А я на всякий случай, я забыл, как же это бывает, бабочка на этом. Я поставил воротничок там, видишь? Ну, есть. Но я забыл, как это делается, как вообще, как это выглядит. Мне было лень посмотреть. Ну и правильно. Шкаф посмотреть. Как... будет. Это у него какой-то старомодный такой костюм. Тогда бабочки так носили. Оставьте вы его, он такой прекрасный. У него от этого костюм делается бархатный, от того, что у него бабочка так завязана, не как-то не совсем так. Так что, ну, я просто хочу сказать, что вы прекрасно знаете, что такое существует, и так это устроено. Просто вам никто это, может быть, не говорил, что вот это вот так. Вот я вам это сейчас говорю. Но такие коллективы человеческие есть. И когда человек учитель, то он главный, а потом его ученики начинают что-то еще делать, показывать. И тогда уже они становятся вот на это маленькое мгновение тоже, ну, частью вот какого-то творческого процесса. Или когда вместе люди делают какое-то общее дело, проект или что-то, то там каждый вот находит для себя роль, и он эту роль выполняет. И это его, и он поэтому главный. Никто ему не записывает: ты там главный по науке, а ты главный потому. Ну, так просто устраивается. И вот это вот способ общения для людей, когда все друг друга любят, и никто не хочет по головам, вот он способ общения без головы. И более того, такие коллективы создавались, я не могу вспомнить, то ли это у Нарбекова было,
что он подбирал людей такие, чтобы семьи получались хорошие, там по каким-то, что-то я не помню, он качеством, а потом он стал объединять коллективы людей, которые стали там чем-то заниматься. И он сказал, что это было совершенно жутко, потому что люди бросали свои семьи, переставали домой приходить даже ночевать, они там в этих коллективах начинали жить, и там, в общем, оставались, и вообще оттуда не могли вылезти, потому что там было так здорово. Вот. Я тебе могу сказать наш разговор, пример того, о чем ты говоришь. Когда ты говоришь, я замолкаю. Я как раз это сказала, да, да. Потому что вы устраиваете вопрос. Пока я говорю, поэтому ты сейчас полминуточки подожди. Хорошо? Да. Я очень рад, что у нас такая беседа. И вот я вспомнил такой коллектив, о котором ты говоришь. Когда мы писали программу для молодежи СССР, в момент перестройки. Ну, был такой Саша Радов, статья которого «Подвижники и ревизоры» была замечена Горбачевым, и он на полях написал «Обратить внимание», и Саша Радов, журналист, собрал нас, там было нас человек 10-12, и мы в Моженьке или в Звенигороде там недельки полторы жили и писали программу для молодежи. И мы, обуреваемые такой мыслью, таким вдохновением. А там были как раз ребята такие, которые были новаторы. Там был, например, из Сталина Володя Тарасов, который создал движение целое в СССР. Он бизнесменов тренирует там. Тоже, кстати, любовь там у него проскальзывает. Потом, значит, там был Паша Зитвудин, который БАМ поднимал. Там был первый основатель МЖК СССР, Женька Королёв. Ну, там были ребята такие серьезные люди, которые что-то уже сделали. Да. И вот мы там были, и я там был на особом положении, потому что я все время их включал, выключал в зависимости от настроения. Ну, я... Женька Королёв уже четвертый час подряд говорил одно и то же. Мне кто-то говорил, переключи ему пластинку. Ну, шутки ради, да. И вот, значит, мы там все писали программу для молодежи. Настолько все были захвачены этой идеей, что никто ни на кого не обижался, если кто-то кому-то скажет дурак. Потому что не в этом было дело. Не было никакого искрения. Все были захвачены одной идеей, которая всех интересовала. Это был такой синергетический процесс создания такого вот, сейчас говорят, продукт или решение. Нам нужно было создать эту программу для всей молодежи страны. А потом, когда вдруг мы узнали, что Мироненко, первый секретарь ЦК Комсомола СССР тогда был, не приедет заслуживать эту программу, а проедет мимо, все рассыпалось. А раньше было так, в 3 часа ночи стучишь ему в дверь в гостинице, «Женька, у меня идея!» Он говорит, «Давай, какая?» И мы там «Давай!» А тут стучишь ему в гостинице, «Ты что это, дурак что ли? Ты что, не видишь, что я сплю?» Так вот, когда люди не объединены единой идеей, которая волнует всех и каждого, как это было вот на заре перестройки какой-то момент, а это было еще и когда... строили вот это Братскую ГЭС, там Целину поднимали. Ну, какие-то моменты, когда люди строят чего-то все вместе, они думают о будущем. Когда у них есть образ будущего, он их объединяет. А просто так создавать людей, как коллективы, я не знаю, как Нарбеков там их по какому признаку создавал. У нас тоже есть по признакам психологической совместимости разные методики. Ну, я думаю, что если общей идеи у них нету, то, наверное, они не могут быть в таком состоянии гармонии, когда все являются инструментами, приложенному к достижению этой цели. Да. Они начинают искрить, если общей цели такой захватывающей нет. Ну, Хосе Магомедович, цели же бывают очень большие, а бывают не такие большие. Вот поле скосить, и там идут 10 косарей. У них же то же самое, у них точно так же синергетика работает. Они все должны скосить это поле. И там нет главного, понимаете? Ну вот сейчас, допустим, у нас в России и у вас в Америке
Ситуация такая, ну, общая идея такая, что точка бифуркации, точка неизвестности, мы все находимся, не знаем, что будет завтра. Столкнулись с этой пандемией, и вот теперь ситуация такая. Вот как сейчас нам в России сплотиться, вокруг чего сплотиться? Сплотиться, ну, и в России, и в Америке, сплотиться вокруг того, что страх, который на этой пандемии накручен, это страх, который создан для контроля. Он создан Я для контроля. поэтому думаю, нам надо вместе, как что мы и делаем в нашей школе, создаем науку человечности, потому что, по моему убеждению, только человеческие качества, любовь, о которой ты сказала, сопереживание, чувство бесценности живого, сотрудничество, созидание, коллективное творчество. Вот почему я, когда картины показываю, уроки коллективного разума, прислушиваюсь к всем советам, взвешиваю советы. И вот воротничок сделал или не сделал. Я пробую. Я сделал. Вот совет выполнил. Показываю, как. Давайте, друзья, посмотрим. Уроки такие, потому что я хочу потом, чтобы мы собрались все вместе, а у нас там 60 с лишним тысяч подписчиков из разных стран мира, мозговой штурм устроили. На основе науки человечности устроили мозговой штурм, как решать глобальные проблемы человека человечности. Ну вот что ты по этому поводу думаешь? Я хочу добавить еще одно человеческое качество, которое очень сильно нас отличает, мне кажется, ну, от животных. Я, может, плохо их знаю, но мне кажется, что это настолько важное качество, которое нужно сказать. Мы способны творить мыслью. То есть мы создаем образы, если мы ярко эту картинку представим и будем в нее посылать энергию, вот ее все время чувствовать, создавать новые краски и любить эту картинку, то она будет воплощаться в реальность. Иногда быстро, иногда не очень быстро. Но как, и мы не должны решать, как это получится. Мы только должны вот создать этот образ. И он будет, я в это верю абсолютно совершенно. И вот он будет воплощаться. Поэтому вот, значит, есть, ну, общности или люди, или не люди, или я не знаю кто, но они этим не занимаются. Они создают оружие, там пытаются как-то противоборствовать. Вот нельзя создать оружие, против которого не будет противовеса. Оно обязательно одно, потом будет еще, потом будет еще. Если ты самый умный, ты самый умный до какого-то момента, а потом кто-то найдется обязательно умнее. Если ты самый сильный, то это еще хуже. Обязательно, потому что... А вот если ты творишь, то, ну, можно, ну, в общем, что-то можно сделать, чтобы ты перестал, скорее всего, уничтожить просто. Но сильнее творчества оружия нет. Нет ничего против этого. И нельзя сделать сильнее что-то. Потому что люди, которые не обладают вот этой любовью, они так творить не могут. Вот. И мне кажется, что вот это вот выход человеческий. То есть все вместе начинаем представлять картинку самую лучшую, что ни у кого нет ни масок, что все ходят куда хотят, что все дружат, что все могут собираться не вот так вот только через по расстоянию, а все вместе. И вот этим воображением, причем серьезно продумывать, добавлять краски, свет туда солнечный пускать, ночью свечи, там все что угодно. Вот это самое главное, что вообще у нас есть любовь, потому что не все умеют чувствовать любовь. Я не говорю только романтическую любовь, а просто любовь. Любовь может быть к ситуации. Вот это ваше смирение, которое вы же привели пример с инвалидностью со своей. Это адаптация к моему состоянию, в котором я Да, нахожусь. Я не называю это смирение. смирением, потому что смирением это тоже надо определить, что такое смирение. Ну, да, ну, адаптация. Подчинение ситуации. Ну, адаптация, конечно, да, Но в потому что адаптации смирением есть две этим надо стадии. заниматься. Есть две стадии. Есть можно принять, сказать, ну, ладно, вот так. А можно это полюбить. Причем это любовь очень часто, как мне кажется, происходит от осознания того факта, что это было нужно зачем-то. Вот, Это например, нужно было, чтобы происходит, вы начали рисовать. это происходит через выделение среди всех противоречивых моментов главного. Для меня стало главным
бесценность жизни. И по сравнению с этим, в каком я положении нахожусь, оно уже вторично, оно уже решаемо. Как только я понял, что жизнь одна, что это драгоценный дар природы, бесценной жизни, как только я осознал, как это прекрасно, открывая глаза, вдруг чувствовать, что ты живой. Вот это, когда я осознал, уже все остальное стало складываться как надо. Но у меня есть такая уверенность, что вот это ваше осознание, оно на самом деле и является воплощением этой любви к жизни. Вот вы почувствовали любовь к жизни, любовь к этой ситуации, что несмотря на то, что вот пока вы там бегали по ресторанам или я не знаю где, или хотели туда бегать. Это я привел как метафору. Ну, да, как... но я говорю, пока вы якобы хотели туда бегать. Потому что я по ресторанам особо не любил, мне обычно друзья привозили выпить. Я шучу, да. Вот, но пока вот этого вы хотели больше чего-то другого, то никак не получалось вот это полюбить. А когда вы эту ситуацию приняли и еще сказали, вот же, я же почувствовал ценность. Вот эта ценность всего живого, вы ее так почувствовали, потому что вот любовь почувствовали. Вот ну, это да. Я называю любовью, понимаете? Это любовь внутри человека есть. Да. Да. Даже я помню писатель Виктор Некрасов, который написал «Взгляд и нечто», который уехал потом во Францию, его там спрашивал мужик, он там пишет в этой книге, почему люди пьют. И тогда тот сказал, потому что душа требует. И я вот вспоминаю, что когда выпьешь, все обнимаются, и ты меня любишь, ты меня уважаешь. А пили, потому что не давали любить. Человеку не давали быть человеком, потому что он был винтиком в системе. Да, там много причин. Но все сейчас говорят о социальной иерархии. Вот это иерархия, это как раз винтик. То есть это ключ к тому, что тут кто-то наверху один будет главный там какой-то, а остальные будут винтики, и они будут стремиться наверх, наверх, наверх. А вот другой способ существования коллектива. Говорят, вернуться к социализму. Я поэтому хотел сказать заодно, возвращаться к тому социализму, который был как таковое, не стоит. Надо туда добавить то, чего там не хватало. А то сейчас либо да, либо вернуться в капитализм, либо надо в социализм, либо в капитализм, что лучше, плюс-минус и так далее. Не, надо создавать новую систему. Вот к этому идет. И там есть минусы, и там есть минусы. И там есть плюсы, и там есть плюсы. Да. Вот быть человеком-винтиком в социалистической системе, это было тяжело. Поэтому все люди бухали, да. Ну, как это, с утра вставая, в 6 утра по гудку, идешь на работу. Там, как это говорится, люди делали вид, что они работают. Очень многие. Ну да, много там чего всего было. И все время ругали капитализм. Догнать, перегнать Америку. Только этим и жили, слушай, я не представляю. Но это мой период. Социализм имел разные периоды. Разные периоды. Но были прекрасные системы, периоды, а были ужасные периоды. Но система часто очень заставляла многих людей быть винтиками, чувствовать себя винтиками и стремиться подняться наверх, вместо того, чтобы... Или поменять систему на то, что вот там за границей лучше, а там солнце ярче казалось. Да, в чужом огороде огурцы всегда больше, да, как же. Это так бывает, это так принято, и в своем пророке нет отечества, в своем отечестве не бывает пророков. Ну, мы все за границей. А на самом деле это полный обман, потому что вот не больше здесь огурцы, а если они больше, так в них вкуса нет, это еще хуже. Вот они красивые лежат, ты приходишь, а это не огурцы. Слушай, а я тебе хочу сказать, я смотрю на тебя и любуюсь, какая у тебя прическа чудесная, мне очень нравится. Да, очень хорошая, очень интересная у тебя прическа. Да. У меня все очень интересно. Я, к сожалению... Маша Око. Ты представляешь, мы с тобой в школе «Человек будущего», и про нас потом тоже. Когда пройдут десятилетия, напишут книжки, и мы там тоже будем в этих книжках как... созидатели, основатели, развиватели на планете,
школы «Человек будущего». Потому что я вот сейчас смотрю, вот очень много сейчас в интернете появляется там общество человечности, институт человечности. Ну, там, короче, появляются, и они все время, и там из Америки одна профессор, и из России кто-то профессор, они обсуждают тоже. Я смотрел, я все это анализировал, что да, идет переходный период, что да, человечность, это важно. Но, слава богу, у нас еще и метод есть к этим декларациям, которые они говорят, что надо быть человечности, это победит и так далее, против коронавирусов и неопределенности. Слава богу, у нас и метод к этому есть. Чем мы, собственно говоря, отличительно преимуществами отличаемся. Мы бы хотели их к себе пригласить, пускай получат наш метод тоже и пользуются, и к своим словам и декларациям добавят наши механизмы, технологии. Пожалуйста, я всегда только за. А я хочу добавить, что, Хасай Магомедович, вы сказали, что про нас будут в книжках писать, а вам на самом деле совершенно все равно, будут про вас в книжках писать или нет, так же, как и мне, кстати. Нет, Вам кстати, важно, Кузьмина чтобы уже у людей написала. это было, чтобы у них был этот ключ, чтобы у них был этот способ, чтобы у них была любовь вселенская. Слушай, память тоже человеческая должна быть. А как же? Ну, пускай Кузьмина уже она написала будет писать книжку. сама. Кузьмина написала, Наташа наша из Беларуси. Сейчас выйдет. Да, до меня-то у меня давно уже много книг написано про меня. А сейчас про нас всех. Я имею в виду про школу «Человек будущего». Про нас будут писать, про тех, которые там активные участники, которые пишут комменты, которые создают новые приемы на основе принципов ключа, Но я вам хочу сказать, которые имеют терпение нас дослушать в конце концов. но я Да. все-таки хочу вам сказать, что если вам вот сегодня объявят, что все, что вы разработали с вашими вместе соратниками, учениками, вот этой всей группой вашей, всю науку, если все, что вы разработали, люди возьмут и будут им пользоваться, и у них будут счастливые там дети, и бабушки, и мамы, и папы, и все-все-все, а вас никто не будет знать, вы все равно не бросите, вы все равно будете это делать, потому что вы не можете этого не делать. Если я всю жизнь этим занимаюсь, потому что я мечтаю, я же по природе мыслитель, я с детства думаю, как устроен мозг, как устроена Вселенная, как люди устроены, Ну, как правильно. девочки устроены. Ну, книжки книжками, да, книжки книжками, а девочки девочками. Вот, А я поэтому. заметил, что девочки все-таки мыслят, знаешь, мальчики ищут истину, а девочки ищут полезность и ищут мир. Они хранительницы, берегини, они мирозащитники, они мирозащитники Потому что не женщин. способны об этом думать, бедные. Да, потому что женщины, они богини, да, конечно. А мужики, они рыцари поиска истины, да. Спасибо тебе, Машенька. Я Спасибо. думаю, кто набрался терпения, это я уже извинительно говорю, что немножко мы многовато из-за меня, потому что ты хотела сказать интересные мысли, а я перебивал, и получилось вот так растянуто немножко. А Ну, можно взять и вырезать кусочек. не надо, пусть кому не интересно, пусть не смотрят. Да. Летит и подмигнула. Да, мне кто-то говорит, надо делать короче вот эти видео. А я говорю, да кто не хочет, пусть не смотрит, а другой захочет, а не усмотрит, потому что нету информации. А вот мы даем сколько хотим, и кто хочет, смотрит, кто не хочет, не смотрит. Все, Я Хасан, думаю, выключаю тогда я запись. Я выключаю запись да. и буду смотреть, куда она пойдет.